Всем привет! Наш мир полон тайн и загадок, в которые порой сложно поверить. Неизвестные явления и утерянные исторические детали появляются почти каждый день. Если вам кажется, что вы уже знаете все о нашем мире, вот еще несколько фактов, которые заставят вас поломать голову. Эти таинственные явления, несмотря на все попытки, так и не нашли своего объяснения. Представляем вам 10 странных событий, которым нет никакого объяснения. Также вы можете подписаться на канал, нажав на значок «Подписаться» под видео. Поехали! Вечная мумия, сохраненная в неизвестной жидкости. Китайская матрона Синьчжунь времен династии Хан считается самой хорошо сохранившейся мумией, обнаруженной через 2000 лет после ее смерти. Ее кожа до сих пор мягкая, руки и ноги сгибаются в суставах, а органы и кровеносные сосуды остались в неизменном состоянии. Способ консервации этой мумии до сих пор остается загадкой, а жидкость, в которой она находится, ученые не могут воссоздать. Редкое огромное облако формируется в Австралии каждый день с сентября по март, каждый год. Облако, названное Гектор, формируется в полдень практически каждый день на островах Тиви и северной территории Австралии. Обычно это происходит ежегодно с сентября по март и достигает высоты примерно в 20 километров. Метеорологи всего мира пытаются изучить облако и найти объяснение его появлению. Скелет пришельца длиной 22 сантиметра, обнаруженный в Чили. Странный скелет с твердыми зубами, выпуклой головой и чешуйчатой кожей заставил многих поверить в то, что на Землю попал пришелец. Однако после того, как анализ ДНК и другие исследования показали, что это человек, возникло много вопросов, касающихся его размеров, мутаций и происхождения. Однако ни на один из вопросов ответов так и не было найдено. Неизвестный спутник «Черный рыцарь» на орбите Земли. В 1954 году на орбите Земли был обнаружен странный спутник. Этот темный объект был замечен еще до того, как были запущены какие-либо спутники. Некоторые утверждают, что это термоодеяло, которое потерял один из кораблей во время выхода астронавтов в открытый космос, а другие, что спутнику «Черный рыцарь» более 13 тысяч лет. Мясной дождь Кентукки. Инцидент произошел в течение нескольких минут 3 марта 1876 года, когда куски мяса падали с неба на небольшую территорию в округе Бат в Кентукки. Мясо, которое падало с неба, изучили ученые. Оно состояло из легочной ткани лошади или младенца, мышечной ткани и хрящевой. Ну а как оно туда попало и его происхождение остается загадкой. В 1973 году двое мужчин заявили, что их похитили пришельцы с клешнями. Этот случай считается одним из наиболее известных случаев похищения пришельцами. Чарльз Хиксон и Келвин Паркер были на рыбалке, когда, по их заявлению, их похитили инопланетяне. Оба мужчины рассказывали об инциденте взволнованными голосами и даже были проверены на детекторе лжи, который показал правдивость утверждений. Горилла Коко ответила на вопрос о смерти. Горилла Коко была известна тем, что знала язык жестов. Когда ее спросили, куда отправляются другие гориллы после смерти, она поспешно ответила: «В удобную дыру. Пока». Танцевальная чума 1518 года. В 1518 году город Страсбург в Эльзасе настигла танцевальная чума. Люди начали рьяно танцевать на улицах в течение месяца. Многие пострадали от инфаркта, инсульта и просто от истощения, а причина явления осталась неясной. Самый большой вирус в мире, названный Пандора, был обнаружен у побережья Австралии. Он содержит около 93% неопознанного генетического материала. Живет такой вирус при попадании в амебу 10-15 часов, после чего погибает. За последние 70 лет бесследно исчезли почти 90 пассажирских самолетов. Загадка того, что случилось с почти 90 различными самолетами, остается нераскрытой. До сих пор не было найдено ни одного обломка самолета, и никто не знает, куда они исчезли и что с ними случилось. На сегодня это все. Не забудьте подписаться и посмотреть другие видео на моем канале. Ну а если вам понравилось мое видео, то ставьте лайк.